поездах и аэропорту идет работа с пассажирами, прибывающими в Сочи. Основное внимание уделено антитеррористической направленности, личной и имущественной безопасности гостей и жителей курорта. На всех железнодорожных вокзалах организована работа досмотровых павильонов. Работа ведется и в самих поездах. Для выявления лиц, перевозящих наркотики, оружие и взрывчатые вещества, работают кинологи со служебными собаками. С проводниками регулярно проводят инструктажи. Особое внимание уделено детским перевозкам. В общей сложности в обеспечении безопасности и правопорядка на объектах транспорта ежесуточно будет задействовано более 200 сотрудников транспортной полиции.